Здравствуйте, меня зовут Олеся, мне 34 года. Кастинг посоветовала подруга. Я вообще не надеялась пройти, но вот попала в десятку лучших. Интересует меня этот кастинг, потому что я очень недовольна своей внешностью. Меня это очень комплексует. Хочу измениться полностью. И с психологами хотелось бы поработать, и внешне. Мне это нужно, чтобы полноценно воспитывать своего ребенка, потому что из-за своей полноты я не могу полноценно с ним гулять. Не могу полноценно общаться с мужем, потому что начались проблемы. И вообще не могу общаться с людьми, потому что у меня очень большая куча комплексов. И мне очень важно попасть на стартовый этап, чтобы меня преобразили.